Морозов также забил в матче против Донецкого Донбасса, но сделал это он с игры. Ничего сверхсложного мичане в этой ситуации предложить не смогли. Опять тривиальный вброс в зону и довольно легко расстались шайбы. Атакует армейцы и 1-0! Игорь Григоренко оказался неприкрытым на дальней штанге и переправил шайбу в цель. А ведь эту атаку ЦСКА начал как раз Сергей Емаев, который не имеет вообще Дешева. На Первышина у этого мощнейший бросок. Он сейчас демонстрирует. Били эту атаку противника довольно легко. Дешева. Геваев! Ух ты! Сергей Сергеевич как вредил. Тренера правый. Павлович разворота бросает, но готов был. Вышел в плей-офф, выиграл у него Амура. Ударом поймал шайбу на себя. Бросок. И не появилось возможность в армейцев сыграть на добивание. Там не смогли как следует очистить пятачок хоккеисты «Динамо». Ему было шайбу поймать намертво, а Алексея Морозова. Алексей Морозов зарабатывает для своей команды еще одно удаление. Да, вы знаете, Линдер не ограничился двумя минутами, выписали ему 4. Алексей Морозов отправился в раздевалку, не знаю, вернется он. Но Григоренко, в отличие от Морозова, действует ближе к ворота, то есть в очке. Реализует армейцы большое численное превосходство. Сейчас покинет скамейку запасных Анатолий Протасеня. Леттер там будет сидеть еще в течение 3 минуты 30 секунд. То есть армейцы вполне могут еще 2 шайбы организовать. Ну и Григоренко набирает свое 26-е очко за результатом. Также в этом показатель третьей команды. Суровая атака 2-1. Ну вот еще нужно здорово делиться шайбой с Сахарухом. Первая спецбригада большинства. Морозов сюда вернулся, но остался здесь Григоренко. Спинку убрали. Явный матч Григоренко. Передает привет кому-то там на трибунах. Не знаю, может быть, кто-то там из его знакомых сидит. 3-0. Но это все. Данный матч уже превращается в пустую формальность. Вряд ли мечами сумеют вытащить эту встречу, даже если они сумеют активизироваться. Армейцы сейчас завладели инициативой всерьез и надолго. Калюжный. От отчаяния бросался с отрицательного угла. Хотел, чтобы от щитка вратаря шайба зашла в цель. Момент! И шлем слетает у Джеффа Гласса. Вратарь хорош. Казалось, что шайбе уже по большому счету деваться некуда. Но там помогли. Помогли и защитники. Бросились на матч не заявляется. Кажется, его плюс 2 маловато. Потеряли шайбу в средней зоне мяча. Фефила успеет бросить. Сбивает. Собственно, все. Всем свистать наверх. Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги сезона 2013-2014 завершился еще для двух команд. Московская ЦСКА. Московский ЦСКА продолжит борьбу в Кубке Гагарина. Остается открытым лишь один вопрос.